Всем привет, вы на канале Сура-Сура. И в Свиданс у нас вышло очередное обновление. Мы, конечно же, посмотрим на него вместе с вами. Хотя смотреть здесь особо-то и не на что. Переходим в магазин. Здесь у нас новое яйцо, которое называется летучая рыба. Стоит 20 драгоценных камней. Как-то дороговато на самом деле. Но оно понятно, тут такой наряд классный. И не вяжутся эти крылья, конечно же, с женским нарядом. Как-то с мужским больше. Прям женским вообще. Как-то странно выглядит. Пакет особой распродажи, ничего нового, все такое же. События у нас пока не меняются, но вот еженедельные вполне себе. Желанные метеоры, здесь новый наряд, оранжевая одежда. Выглядит наряд вот так. И, кстати, красиво, мне прям зашло. Ну и, конечно же, мне падает 2000 купонов, по-другому никак. Бонус на обмену у нас также продолжается. Распродажа, здесь у нас новый наряд. Повседневная полосатая одежда. И, черт возьми, я хочу эту прическу, но не можем донатить, к сожалению. Но очень бы хотелось ее. Дальше у нас ежедневное пополнение. Здесь все как обычно, просто поменяли яйцо нам на новое. Всего потрачено. Да, не всего пополнения все-таки, а всего потрачено. Здесь у нас также новый наряд. Сейчас мы его посмотрим. Рыжая и средняя одежда. Я знаю, что что-то типа такого есть, но зеленого на других серверах. Но нам пока его не завозят. Не знаю почему, потому что вроде как старый наряд. Набор для продажи 1 и набор для продажи 2. Очень, конечно же, выгодные, но, к сожалению, купить мы их не можем. Очень бы хотелось. В оставайтесь в сети, новое яйцо также можем получить. И бонус яйцо, где мы сможем получить рамку. Ну как сможем? Не сможем? Знак и фон. Не сможем ее получить, что же тут вас обманываю. И награда за поддержку, 2 новых яйца. Вот такое обновление у нас. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте и не забывайте подписываться на канал. Также на группу ВКонтакте. Ссылка находится в описании. Всем до следующего видео.